говорят, кто-то пошел сюда на разведку, но так и не вернулся. Брат, они тебя подкалывают. Не верим, эти придурки любят наврать Стрекорова. Мне нужна помощь! Что? Thank you.
посмотреть. Да тихо. Здесь же они. Да, хочешь, чтобы нас учуяли? Заткнись и продолжай искать девчонку. Нашли гробницу, и тут появились демоны, они. Сначала погас свет, потом раздались крики. Не знаю, кто кричал, мы или они, но этот жуткий звук до сих пор у меня в ушах. Они были в доспехах моих предков и рубили нас древними мечами. Выстрелы, крики, кровь. Мы ничего не могли сделать, ничего не понимали. А затем тишина. Они ушли. О боже, неужели они ушли? Почему всех не убили? Теперь старший капитан Осака. Мы покидаем базу, но не остров. Нас перебрасывают к монастырю. Другого выхода нет. Мы должны идти за Они, все мы. Если нельзя завладеть силой звезды, ее надо уничтожить. Но я знаю, мы все погибнем. Гробница должна быть где-то внизу. Лифт застрял. Нужно заставить этот лифт двигаться. На верном пути. Просто нужно найти способ спустить этот лифт. Вот туда мне и надо.
еще три, тогда лифт спустится. Нужно убрать еще три, тогда лифт спустится. Нужно убрать остальные стопоры. Я должна пробить себе выход. Thank you.
Окей. Еще один, и лифт сдвинется с места. Дары древним правителям Яматая? Или тут была какая-то битва? Эти фигуры, воины, они были в гробнице Пимика. Они ее охраняли. Это ты? Значит, ты был полководцем. Ты совершил сеппуку. Почему? Все еще острый. Я подвел мою императрицу. Обряд был прерван. Жрица хоть и знала, что ее спасет только смерть, и покончила с собой. Теперь первая и последняя императрица Солнца — всего лишь душа в разлагающемся теле. Ее гнев порождает бури, которые не утихнут, пока ее душа привязана к этой земле. Мои штормовые стражи поклялись защищать ее. Они должны продолжать, но я не могу.
Душа, запертая в разлагающемся теле. Значит, вот что вызывает бури. Чтобы прекратить бури, нам нужно уничтожить тело в ритуальном зале. Как же мне убедить в этом остальных? Черт, пора выбираться отсюда. Thank you.
получите! Спасибо. Серьезно, я думала, мне конец. Их нигде нет. Что случилось? Когда все началось, Уитман забрал Сэмми и исчез. Он увел ее к Матиусу. А мы не верили. Черт. Я тебе не верила. Что будем делать? У нас есть катер. Пойдем за помощью. Они этого и ждут. Ты была права насчет Уитмана. Ты же сама видела эти бури. Они топят и сбивают все. Во время Второй мировой здесь были ученые. Они считали, что этими бурями что-то управляет из ритуального зала. Послушайте, я еще пока не все поняла, но Сэмми увели. Это все связано. Если мы уйдем, не узнав правды, погибнем. Так же, как те пилоты. Так же, как Рот. Слушайте. Что бы здесь ни было, пусть Лара разберется. Возвращение в это осиное гнездо – самоубийство. Ее ведут не туда. Они направляются в ритуальный зал. По этому притоку мы к ним подберемся. Рейс, я знаю, как сильно ты рвешься домой к дочке, но борьба еще не окончена. Очень прошу тебя, ни о чем не спрашивай, просто доверься мне. Ладно, спустим его на воду. Лара, скажи, что ты хочешь найти? Правда хочешь знать? Нет, но все равно ответь. Душа древней императрицы Солнца заперта в мертвом теле. Ее гнев – причина здешних бурь. Если мы уничтожим тело, бури прекратятся. Так, а зачем Матиусу Сэмми? Не знаю. И это хуже всего. Да, я понимаю, план безумный. Да, безумный. Но безумие все, что у нас осталось. Попробуем. Ладно. Пошли. Нет. Вы с Рейс будете сторожить главный вход, а я пойду за Сэмми. Пойдешь туда одна? Больше людей, выше шанс, что нас заметят. Вы нужны здесь. Убейте столько ублюдков, сколько сможете. Это будут не только братья Солнца, еще другие. Самураи, штормовые стражи. В общем, стреляйте во всех, кроме Сэмми и меня.
Птенчик мой, мы не прощаемся. Я не прощаюсь. Мы тебя прикроем. Ставят новой императрицы. Это сделает тот, кто вернет ее нам. Ну, разумеется, разумеется. Я встречался с такими обычаями. Пора сорвать куш, Джеймс. Что он делает? Меня зовут Джеймс Уитмен. Я пришел к вам с миром и привел новую императрицу. О, нет. Императрицу. Как это по-японски? Вашу... Тё! Мою грудь! Но к виму рата!